Здравствуйте, меня зовут Мария, мне 31 год, я офисный работник и много времени провожу, сидя за компьютером. Естественно, часто возникают какие-то проблемы, то с шейным отделом, то с поясничным. Коллегу уже хожу не первый год, очень довольна. Каждый раз, даже после первого посещения, чувствую либо полное излечение, либо легкие остаточные явления. Недавно очень болела шея, сложно было даже развернуться, ответить соседке что-либо. И пришла, несколько массаж классический с совмещением мануальной терапии, в общем-то, привел меня уже в форму, и я могу продолжать дальше идти, учиться, трудиться, любить, жить. Вот. Также лично была у Олега на тренингах, где научилась технике классического и нетрадиционного массажа, чем очень порадовала своего супруга, так как он тоже офисный работник и тоже сидит много, то в машине в пробках, то за столом. И могу сказать, что действительно это работает. Очень было интересно, очень много чего нового для себя узнала. Приходите к Олегу на семинары и приходите к нему лечиться. Все! Спасибо, до свидания.